Итак, всем доброго времени суток, и тут ко мне пришел, значит, на обзорчик распаковку, планшет Bravis, модель у нас NB961, вот такая у нас коробочка, вот так вот все по бокам тут, туда-сюда, серийник, с черного цвета, значит. Так, по характеристикам у нас здесь... Экран IPS 1280 на 800, 9,6 дюймов. Процессор 4 ядра, 1,2 ГГц, Cortex-A7, MediaTek 6580. Это тот, который типа энергоэффективный. Видеоскоритель AMOLED 400, 2 ГБ оперативной памяти, это хорошо. 16 ГБ встроенной памяти. Он у нас также поддерживает 3G. Так, Wi-Fi, Bluetooth 4, есть навигация GPS, AGPS, FM-радио, есть фронтальная камера 0,3 мегапикселя, основная камера 2 мегапикселя, ну этого нам достаточно. Так, и что самое главное меня здесь привлекло, это то, что здесь аккумулятор на 5000 мАч. Этот аппарат стоит 100 баксов, то есть цена, качество. За 100 баксов 5000 мАч и 2 ГБ оперативной памяти, это в принципе неплохо. Очень даже неплохо. Так, поддерживает карта microSD у нас. Так, ну тут в общем все. Смотрим, что у нас там в коробочке. Так, это у нас гарантийник. Сам планшетик. Что у нас тут по содержимому? Так, о, вот уже кабелек. Это хорошо, жалко только не USB Type-C. А так бы было вообще супер. У меня уже второй валяется. Ну, это пригодится. Так, зарядное устройство, кабель microSB, мануал, гарантийки всякие. Так, понятно. Так, это нам не надо. Это мы убираем в сторону. Берем наш планшетик. Вот такой вот. Как видите, у нас здесь тоже все написано. Dual SIM, две SIM-карты у него. Android 6 стоит. Это так уже. Так, снимем пленочку. Вот эту вот положим ее в нашу коробочку. Так, вот наш, собственно, планшетик. Такой вот, что у нас тут? Тут ничего нету. Тут у нас разъем microUSB. Здесь у нас включать, значит, кнопка Power. 3,5 джек. Громкость. Так, а это что за дырочка? Не знаю. Так, что у нас тут еще? А тут что, крышка съемная, что ли? А, где-то я тут что-то видел такое. А, нет, тут только вот эта вот штучка съемная. Угу. Так, сюда у нас вставляются две сим-карты и одна microSD. Так, собственно, такой вот у нас... планшетик, и тут у нас камера двойная, что это, а, со вспышкой даже, со вспышкой, однако. Так, тут у нас сертифицированный аппарат, это уже хорошо, то, что он сертифицирован, сейчас мы немножко протрем, а то он что-то как-то подзалапывается так, однако, вроде и руки не жирные были, и отпечатки собирают прям, ого-го, давно такого не видел, чтоб так отпечатки собирал. Ну, дешевенькая рыбка, средненькая юшка. Так, протерли. Так, тут у нас два динамика внизу расположены. Вот так вот он выглядит. В общем, сейчас закроем вот эту вот крышечку, наверное. Так, а как? Как? Вот так, наверное. Так, назад прикрыли. В целом все выглядит довольно неплохо. Ничего не скрипит вроде бы. Все плотненько. Такой вот у нас экранчик. Тут у нас, конечно же, камера спереди. Так, включаем, смотрим. Вот экран переворачивается. Отлично. Так.
Яркость у нас на максимуме. Автоповорот отключим. Так, углы обзора в принципе нормально. Ну и APS, конечно же, не TFT. TFT там вообще ужас. Мрак полный. Так, надо еще обойки, может, поставить какие-нибудь. Поярче, что ли. Так, а ну-ка зайдем. Кстати, память у нас здесь проверим. Сейчас у нас тут. Так, всего места доступно из 16 гигабайт 11 гигабайт 430 метров. Так, флешка у нас здесь не стоит, кнопки у нас на экраны. Так, где у нас экран? Обои, живые обои, обои, где? Так. Ну, неплохой экран, да, такой, в принципе. Пристойный для 100 долларов, это очень даже неплохо, очень даже неплохо. Вот у нас фрукты даже есть, вон как выглядят люди вообще. Видно, что разрешение, конечно, HD, но качество вполне себе неплохое. Картинка, можете вот оценить. Так, в принципе, все очень даже хорошо выглядит. Так, установить, ставим вот эти вот пост. Яркие. У нас и живые обои есть. Блики, лучи. И вот у нас это стандартные андроидовские обои. Так. Так, так. Номер и набиратель. Вибрация такая очень сильная, я бы сказал, прямо что резкая такая. Так, это у нас многозадачность. Так, ничего, нормально, не тормозит. Алиофобки, конечно, здесь нету, это ощущается, потому что так пальчик цепляется за экран. Ну да, это в принципе и не критично, да? Как-то особо. Так, а что у нас по 3G? Ой, не 3G, а Wi-Fi надо посмотреть, как он. А что он так не подключается? Ну. Так, доступные сети. Сейчас введу пароль. Так, ну, к Wi-Fi подключился очень быстро. И ух ты, сколько же он тут сетей понаходил. У меня компьютер столько не находит. У меня реально всего на компе там 4 штуки всего лишь. А здесь он их целую кучу понаходил. Ну, вроде как говорит о том, что здесь неплохой Wi-Fi модуль стоит. Будем надеяться. Не знаю насчет 3G, я потом проверю, все протестирую. Так, заходим, значит, в Google и смотрим. Так, Bravis. Bravis. Так, как там у нас моделька называется? Bravis NB961. 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 Так что его тут не видно особо. Розетка. Посмотрим на розетке, сколько он там у нас стоит. Так. Уф, работает. Все нормально. Здесь он 2700 стоит. Ну, 100 баксов примерно, плюс-минус. 2700. Так. Что у него тут? По отзывам есть характеристики. Оставить отзыв. Что, отзывов не вижу. Новинка, что ли? Так. Ну, в принципе, нормально. Нормально работает все. Мне нравится. Еще проведем тесты на 3G, на там протестируем гикбенчами всякими, Antutu, в общем, поглядим, как он будет себя вести. А так работает отлично. Сейчас мы еще в ютубчик, наверное, зайдем, да? YouTube.
Так, изюм. Суп. Так, так, так. Такие шмобали, собали. YouTube Red. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так, так, так. Так, а где ж этот самый видео нам? Эй, эй, эй. Так, посмотрим. Тут у нас какое-то... Что это у нас за видос? Так, а почему нельзя смотреть? Подписка на YouTube Red недоступна в этой стране. Так, ладно. Почему недоступна, непонятно. Так, ну вот такое-то видео. Сейчас поглядим, ну давай. А, войти в аккаунт надо. Ну ладно, короче, я аккаунт сюда забецаю. И потом войдем, посмотрим все, что нам нужно. Вот такой вот у нас сегодня был планшетик на обзоре. Вот. Мне, в принципе, по первым впечатлениям понравился. То есть на $100 он, в принципе, стоит. Экран хороший. Минус олеофобки нету. Плюс 5000 мАч батарея. 3G поддерживает, 2 сим-карты, microSD можно ставить, 16 гигабайт памяти и, что самое главное, 2 гигабайта оперативной памяти. То есть это уже неплохо. Так что плюсов здесь уже больше, чем минусов. Аппаратик, в принципе, хороший, поэтому будем тестировать, и в следующем видео я все тесты, значит, выложу. А пока подписываемся на канал, комментируем и, кстати, советуем, что можно здесь сделать, протестировать, если что вдруг. Вот, кому этот планшет интересен и что, кто хочет посмотреть, я обязательно сниму видео. Так что ставим лайки, комментируем, подписываемся на канал. Всем пока. Спасибо за просмотр.